Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon с версии 3.0.2. И, ребята, в прошлых эпизодах мы... В прошлом эпизоде мы эволюционировали вроде... Вот, Септил у нас есть уже. И сейчас, ребята... Давайте сначала все поскладываем в сундуки. То, как бы, инвентарь уже полный, да. И сейчас, я не знаю, или идти дальше прокачивать покемонов, или сделать себе ультраболы, так как, в принципе, ультраболов у нас не так уж и, как бы, вообще уже почти нету. Да, ультраболов вообще уже нету, поэтому нужны ультраболы. Так, ну сначала давайте вот это все поскладываем, что тут еще можно... Тут вот так и вот тут. Так как, ребята, ультраболов у нас уже нету, а как-то ловить новых покемонов нужно, да? Поэтому давайте сначала я хотел себе сделать ботинки действительно алмазные, чтобы когда падаешь, да, с высоты, когда телепортируешься, чтобы меньше урона наносило. Так, давайте возьмем себе, сделаем ботинки. Так. И вот так, вот так. Отлично. И сделаем их, как это называется? Feather Falling. Я думаю, что вот это. Ну, давайте зачарим. Попробуем. Так, ну давайте сначала тпхнемся вот так, обычно. Сколько с ними сердечек? Ну, осталось 4 сердечка. А ну давайте попробуем вот так. Ух, ну нормально. А так осталось 5, 6, 6,5 вроде. Да. Ну, нормально, в принципе, ребята. Так. Ну, есть уже ботиночки. Сейчас, ребята, давайте пойдем себе. Еще априконов немножко добудем. Так, это все мы пособираем. Чтобы сделать более-менее так нормальное количество ультраболов. Вот так вот. Чтобы словить хотя бы каких-то новых покемонов, если мы их найдем. Ну, как бы всех покемонов мы будем ловить, я так думаю. Всех. Как, в принципе, было в прошлом сезоне, да, что всех покемонов, которые есть в этом моде, как бы мы словили. Ну, почти вроде всех там. Мету не было или не знаю. Так, сейчас давайте это поставим. Тут у нас вот так. Так, кнопочки у нас есть. Это у нас уже пережаренная. Ага. Так, тогда вот сейчас. Или... Давайте еще себе возьмем немножко железа, то уже заканчивается в инвентаре, как бы, чтобы потом себе сделать инструменты, если нужно будет. Ой, пускай будет вот так. И возьмем еще вот это. И вот так. Так. Вот так. И вот так. Отлично. Сейчас мы сделаем. А, ладно. Так, сейчас там у нас покемон босс. Где? А, вот он. Вот он, вот он, вот он. Так. Ой. И вот так. Псай страйк. Вот. Еще один мастербол выбили. Офигенно, ребята. Сразу две новости. Мастербол выбили. И, ребята, у нас Мьюту 100 уровень. Мало того, что...
первый покемон, которому мы прокачали 100 уровень, так еще то, что сразу такой покемон, как бы самый сильный покемон, который только существует. Мьюту. И самый редкостный, как бы. И сразу две новости, что самый редкостный покемон, который только существует, и то, что первый покемон, которого мы прокачали 100 уровень. Да, ребята. Так, сейчас что мне нужно? Так, вот тут у нас вот это все делается. Вот так вот. Сколько вот тут у нас вот этого получится? Давайте хотя бы вот так, например. И сразу же давайте, наверное, сделаем. Так, в этой серии мы как бы ультраболы, да, будем делать. Но ультраболы и так нужны, чтобы потом ловить покемонов. И те же... Я себе еще и начну, наверное, делать левелболы, так как, в принципе, у нас уже Мьюту 100 уровень, да, максимальный. И как бы легче будет, да, ловить покемонов, потому что он 100 уровень. Но, ребята, еще то мне нужно, скажите, как делать левелболы, какие там виды приконов нужны, как бы, какие цвета, да. Кто знает, напишите, пожалуйста. Как бы, какой там цвет, красный, желтый, зеленый, априконы. И как их вообще расставлять, да? Ну, сейчас там у нас делаются ультраболы, а мы пока что вот так. Делаем нижние части. Так, уже двух покемонов можно поставить в компьютер, которые уже как бы прокачанные, да? И можно двух новых взять. Я не знаю, ставить ли Мьюту в компьютер или продолжаться как бы с ним. ну, не знаю, честно. Так, продолжать бегать с ним, но фиг его знает. 100 уровень же, но не знаю. Так, еще можно вот так вот. Так, тут у нас еще 19. Сейчас мы сделаем это потихоньку. Так, давай уже. У нас сейчас, ну, 5 мастерболов, нифига себе уже. Да, я не знаю даже, какие покемоны есть, которые можно, на каких можно потратить 5 мастерболов. И если что, на легендарных, если, конечно, где-то кто-то заспавнится, или шайни тот же, да, легендарный, или даже не шайни легендарный, обычный там шайни, да. Так как 5 мастерболов это уже. Сейчас давай уже вот это. Еще один остался. Вот так, отлично. Тут еще. Еще тут 7 и тут еще 7. Так, тут, ну сейчас мы посмотрим, сколько там у нас, в принципе, получится. В этой серии мы как бы только, ребята, будем мастерболы делать. Уф, мастерболы, ультраболы. Чтобы сделать себе нормальное такое количество, хотя бы там штук 25. И тут. Ну давай, сколько еще там? Еще одна есть. Еще тогда нужно вот так сделать одну штучку. Ну, как бы 5 штучек, да. Сейчас мы сделаем уже и будет хотя бы там 20 с чем-то мастерболов. Ультраболов. Да что я мастерболы говорю? Ну давай, 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 сколько там еще? Еще 3 можно, и тут и еще один можно, как бы. И давай. Еще один.
Давай. Вот так вот. Все, делаем себе сколько тут еще можно. Еще два. Тогда... Ну ладно, давайте делаем. Кнопок... Да, хватит. Ну давай уже. Так. Отлично. И сейчас мы сделаем уже себе вот так и вот так. Отлично. И это можно поставить сюда. Все, ребята, у нас 29 ультраболов. Офигенно. Так, сейчас я еще вот так сделаю. Ну, давайте, может, возьмем. И вот это поставим вот сюда. И сейчас, ребята, ну давайте покедексить что-то посмотрим. Чармандер, Бластоис, которых мы открыли уже. Спироу. Ну, как бы много всяких покемонов. Ой, это че? Так. Так, ребята, сейчас давайте... Это что там? А, сейчас давайте поставим в компьютер тех покемонов, которых мы уже прокачали. Так, и вот... Так, это ставим вот сюда, и этого вот сюда. Так, у кого тут еще нет эволюции? Абра... Вот в этого нет, он этот как бы только с помощью трейд-машины эволюционирует. Вот в этого вроде нет эволюции. Вот в этого мы уже как бы прокачали ему. Бластоис. Вот в этого я не знаю, кот у них как бы мы его эволюционировали, но я не знаю, есть ли у него еще эволюции. Напишите, пожалуйста. Мы эволюционировали кот у них с помощью... Камня солнца, да? Но есть ли у него еще эволюции? Не знаю. Ну давай. Так, ставим его вот сюда. Нет, давайте. Вот так. И сейчас еще одного, которого можно прокачать. А прокачаем мы, наверное... Одиша. Да. Так, ребята. В принципе, давайте на этом заканчивать. Прокачали мы Мьюту к 100 уровню. Сделали мы себе 29 ультраболов. Сделали мы себе ботиночки. И... В принципе, все. Да. Давайте на этом заканчивать, ребята. Как бы, если у нас уже ультраболы, да, и сможем мы ловить покемонов, если которые какие-то нормальные, да, будут. Ну, в принципе, даже мы всех, наверное, уже будем ловить подряд. Ну, всех подряд нет, но посмотрим. Так, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.